ММА. Британский тяжеловес UFC Том Аспинелл успешно вернулся в октагон после тяжелой травмы колена. Англичанин на турнире в Лондоне уже в первом раунде нокаутировал поляка Марчина Тыбуру. Это 13-я победа в карьере Аспинелла при 3 поражениях. В UFC у Тома 6-1. Вероятнее всего, следующий бой англичанина будет носить претендентский статус. Узбекский боец Махмуд Мурадов, выступающий в UFC, прервал серию из 2 поражений. В рамках ивента в Лондоне Махмуд единогласным решением судей победил американца Брайана Барбарену. Новый рекорд Мурадова 26-8, в UFC у Махмуда 4-2. Барбарена терпит 3-е поражение подряд. Бокс. Майк Тайсон заявил о готовности тренировать Франсиса Нгану перед боем камерунца против Тайсона Фьюри. По словам железного Майка, у Франсиса сумасшедший удар, и он способен доставить проблемы одному из лучших тяжеловесов планеты. Напомним, поединок Фьюри-Нгану запланирован на 28 октября. До сих пор неизвестно, будет это рейтинговый бой или выставочный. Количество раундов организаторы также держат в секрете. ММА. Устар Магомед Гаджидаудов стал новым чемпионом ACA в полусреднем весе. На турнире в Москве боец клуба Deck Fighter крайне спорным судейским решением победил Виталия Слепенко. Таким образом, Гаджидаудов вышел в полуфинал Гран-при ACA, где встретится с экс-бойцом UFC Альбертом Туменовым.